Thank you.
Сегодня такой прекрасный вечер симфонической музыки вам подарил симфонический оркестр капеллы. Дирижер, народный артист России Марис Яклашкин. Сегодня наш вечер подошел к своему завершению, но мы не хотим с вами прощаться, и поэтому приглашаем вас на ближайшие концерты симфонической капеллы. 29 ноября в зале Национальной библиотеки будет звучать самая прекрасная и красивая музыка для близких и дорогих сердцу людей. Для вас будет новая концертная программа «Сердце матери». Ну а 19 декабря в Театре юного зрителя состоится большой новогодний концерт. До новых встреч! Всего вам доброго! Дорогие друзья! Позвольте сегодня от имени нашего коллектива обратиться мне, Константин Геннадьевич, к вам. Почему? Потому что вы сегодня нас обрадовали тем, что у нас будет новый автобус. И, кстати, вот благодаря усилиям, конечно же, прежде всего министра культуры, и с большим огромным вниманием и к нашему коллективу в целом, и как и другим коллективам в республике, вот, и состоялась вот такая вот поездка, концертная поездка Республики Крым и Севастополь. Они действительно, как вы говорили, Александр Игнатьевич, говорят, это были незабываемые встречи, когда мы пели с ними песню «Широка страна моя родная», и «Севастопольский вальс» — это была буря аплодисментов в зале. И все, и в Евпатории, и Симферополь, переполнены залы. И вместе с нами был до конца Константин Геннадьевич. Большое спасибо. Всего хорошего. Спасибо.